Всем доброе утро, тоже новый день. Я вчера вообще была без сил для того, чтобы показать вам нашу квартиру. У меня голос немножко какой-то такой странный, хотя уже час назад проснулась. Очень жарко, просто жесть как жарко, но я так рада вообще. Я уже прям тут колотится. В общем, вот это вот вход. Мы заходим. Здесь у нас зеркало раз, зеркало два. Здесь такой столик. Дальше. Здесь вот такая вот комната. Кстати, мы немножко не в той квартире, в которой планировали быть. В общем, получилось так, что те люди, которые были перед нами, в ней жили, квартиру эту полностью убили, сломали все, сломали там диваны и все на свете, и нас не могли заселить туда. Поэтому нас заселили в другую, в принципе, рядом с той квартирой, и это даже еще больше и с балконами. Там у нас балкона не было. Так что вот, здесь даже получается квартира на 5 спальных мест, плюс еще диван раскладывается. Вот, я сейчас все покажу подробненько. Тут вот такая вот комнатка. Ну, мы здесь ничего не делаем, она просто стоит. Кровать, тумбочки, какие-то корзинки и здесь шкаф. Дальше выходим. Здесь у нас патио. Вот такой вот вид. Дальше. Здесь вот такая вот кухня. Холодильник, микроволновка, плита. Купили уже арбуз вчера. Водички кое-что купили из продуктов, потому что бегом-бегом пошли, и магазин уже все закрыты. Поэтому времени показывать не было. Ну, вот здесь вот так. Вот здесь тоже окошко выходит на улицу. В общем, вот такая вот кухня. Уже кое-что успели купить. Пиццы, большая банка оливок. Здесь 800 грамм. По-моему, стоило евро 78 центов. Даже нету евро, представляете? Оливок, бананы. Вот эта большая пачка йогуртов. Здесь, по-моему, 16 штук. Вот таких вот йогуртов 16 штук. Стоило евро с чем-то. Вот. Тут по минимуму, что было, быстренько купили. Сегодня пойдем уже еще. Так, здесь у нас... Так, в общем, здесь у нас зал. Здесь такая обувница. Дальше диван, он раскладывается. Стол. Телевизор. Здесь такие шкафчики. Там посуда еще есть. Бокалы. Всякие там, не знаю, стаканы. Здесь стол. Уже идет завтрак потиху. Здесь вот окно, выход тоже на улицу. Сетка. Вот там впереди море. Сюда. Здесь вот так. Дальше здесь еще одна комната. Здесь было две такие раздельные кровати. Мы их сдвинули. Получилась одна большая. Кровать, там тумбочка, шкаф. И здесь вот один балкон. Тоже с выходом на эту же улицу. Смотрите, сколько птиц летает. Так, дальше здесь у нас ванная плюс туалет. Здесь раковина. Мы тут уже расставили всякие свои штуки. Здесь туалет, здесь биде. И вот такая вот душевая кабина. И здесь окошко тоже закрывается, открывается. Зеркальце там такое. Здесь вот это. Фен тут висит. Тут такая вот ванна. И здесь вот еще одна комната. Здесь зеркало. Полочки тоже здесь. Всякие тумбочки. Здесь шкаф еще там. Кровать. Здесь шкаф. И здесь еще один балкон, уже выход на другую сторону. Он чуть побольше. Вот такой вот. Все ходят уже. Так что вот такая вот у нас квартирка. Будем уже потихо просыпаться и собираться на пляж. А, пойдем завтракать, так что всем приятного аппетита, покушать. Смотрите, сходили мы на пляж сегодня.
Побыли, наверное, часа полтора-два. Я уже вся красная, сгорела. И лицо тоже покраснело. Хотя мазались кремом, но с собой я крем не взяла. Наверное, смылся и все. Такие красненькие. Жарко у нас. Единственное, что как-то немножко потемнело. Наверное, будет дождь, что не свойственно для Испании. Такие вот облака. Там вот, наверное, уже идет. Вот, ну на улице душно. Хотя бы ветерочек какой-то. И вот, мы зашли в магазин. Я в магазине не снимала, может, в следующий раз сниму. И смотрите, сколько мы тут всяких вкусностей купили. Это атун, это тунец. Кальмарчиков. Знаменитый испанский соус алиоли. Это паштетик с сальмоном, это с семгой, с красной рыбкой. Здесь у нас Филадельфия, мы вчера покупали. Яиц, молочко, какой-то, по-моему, это йогурт, сливки вообще стоят копейки, 90 центов, вот такая вот банка. Здесь куча разных напитков, вино, сангрия. Здесь ламбруско вино, всякие вкусные напиточки, здесь у нас фруктики, соки, что это? А, взяли мы больших вот таких вот креветочек, шоколадный, молоко шоколадное, всяких колбасок, съели много хамона сейчас, и у нас тут еще хамончик остался, маленькие соки с собой, лимоны, салат. Там еще какие-то фруктики лежат. В общем, вот так набрались. Это водичка с собой в дорогу. Там еще какая-то колбаска вкусная с оливками. Вот такая вот. В общем, вот так вот мы затарились. Так что супер. И здесь у нас еще стоит хлеб лежит, соль. Купили масло оливковое для салатов. И что-то там может приготовить, жарить. Вот, и сейчас включили стирку. А, забыла сладости показать-то. Испанские вкусности. Это называется чучес. Такие вкусные палки. Типа печенье Орео. Называется Нео. Вот эти классные. Баньядос. Это с белым шоколадом. Такие печенюшки очень классные. Здесь рисовые кукурузные палочки. Чипсики у нас тут еще есть. В общем, куча-куча всего. И в Испании мусор сортируется по разным пакетам. Бумага отдельно, пластик отдельно, органик отдельно, все остальное отдельно. Поэтому вот всегда вот так вот собирается для того, чтобы выбрасывать все отдельно. У нас тут фотосессия. Смотрите, какой красивый голубенький напиточек. Они не так. Точнее, это не напиточек, но это вино. Вот такое вот. Очень классное. Оно натуральное. Из винограда, поэтому голубое, это не краска, ничего, это полностью натуральное. Вася, ты вкусная винишка. Так что пьем очень классное. Вкусно? Не зря взяли? Ну, не знаю, не знаю, посмотрим. Мне нравится. Вот оно мое любимое место, город искусств и наук. Мы были здесь в том году. Здесь вот в шарах купаются. Здесь на лодочках. Смотрите, какая классная голубая вода. И там вот наверху есть классный парк. Мы сейчас туда пойдем. Красота. Обалдеть, смотрите, как клево. Супер. Тебе нравится, Юрок? Куанто, Педро, Уно, Грино. Это он типа испанский учит. Амигос. Это друзья. Что-то Амиго. Капает, да? Друг. Такой дождик или что это? Класс. И здесь вот такой вот видончик. Ну вот, смотрите, на эти шампуни, сухой шампунь, какая цена? 4 евро. А у нас? Офигеть. Это цены в Zara, не то что у нас. Все на скидках. Юра танцует. Вон, смотрите, по 7, по 19, по 15, 12. У нас, конечно, жесть. Да, сравни с нашей Зарой, да? Да, по 7. Здесь, конечно, так все развалено, навалено, но... Это мы столько всего наели. Еще такая же порция тарелок уже ушла, убрали. 11,95.
платишь, на входе там стоят разные вкусности, берешь, там кофе, напитки, фрукты, в общем, пиццы, тут оливки, в общем, все, что хочешь, кушаешь, десерт, мороженое, и в цену включен один напиток, либо там кола Фанта, либо пиво и вино еще. Тоже нескольких видов. Если хочешь еще один напиток, то получается доплата 1 евро. И вот кушаешь все, что хочешь. Кофе, кстати, неограниченное количество. Еще также фрукты. Можешь 2-3 тарелки брать и кушать. И вот здесь вот такое вот местечко. Вроде бы простое такое, как типа как столовая, но очень много всего на выбор. И картошка, и мясо. Так что вот так вот мы тут посидели, случайно нашли. Находится недалеко от торгового центра Элькорт Энглес. В центре, возле города искусства наук. Вот. Типа таких вкусняшек, там еще мясо, картошка, десерты. На любой вкус. Здесь кофеек, чай, фрукты. Они постоянно подносят, подкладывают. И здесь вот тоже всякая вкуснота. Соус, пиццы, два вида паэли, хлебушек, лимончик. И вот так вот она выглядит. Как ресторан даже считается. И я так понимаю, что здесь вот меню, которое меняется. Например, сегодня вот такое вот. И вот цена 11,95.